Я и то, и другое. Уж простите, по крайней мере, мне так говорят. Это, наверное, первые сережки, которые мне подарила золотые моя бабушка Ажека. Это, наверное, для меня самый дорогой подарок. Раньше, я помню, когда я была ребенком, мне постоянно снились сны, что я летаю. Но это для меня было очень ярким впечатлением, я его запомнила. Счастье – это здоровье моей мамы, мое и близких моих людей. За 120 секунд я могу сразу понять, нравится мне сценарий или нет. Я думаю, что лучше быть правдивым, честным, либо просто промолчать. Любовь, как мне кажется, это когда ты отдаешь, это тогда настоящая любовь. Это писать дневник. Очень действенный. Самое яркое воспоминание, да, это, наверное, переезд в Алмату. Это действительно для меня оказалось судьбоносным. Как бы это банально ни звучало, но мир во всем мире. Я бы отдала ее на благотворительность, либо в фонд бездомных животных. Наверное, в гармонии внутренней, с внешним миром. И успех, в первую очередь, это любовь зрителя для меня. Наверное, я бы единственное, что не простила, хотя это тоже неправильно, может быть, если бы кто-то обидел моих родных. Все познается в сравнении. Если сравнивать меня с кем-то из нашего рынка, то да. А если брать на мировой основе, то я там пока еще никто. Это великодушие, но оно включает в себя много значений. То есть доброта однозначно. И, наверное, ум. Я мечтаю, ну, как любая женщина, это в первую очередь о семье, о хорошем муже, здоровых детях. И, конечно, чтобы и моя семья, и моя карьера спокойно могли существовать рядом друг с другом.